Масштабным концертом отметил свое пятилетие эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Балина. В зале культурно-спортивного центра «Мечта» нет свободных мест. Уникальный один сосновый коллектив уже давно завоевал сердца жителей не только района, но и всего Подмосковья. Ни в одном районе Подмосковья такого оркестра нет. Вы знаете, 5 лет – это уже хоть и маленький, но юбилей. И юбилей, наверное, такого вот коллектива, который именно является изюминкой и нашего Одинцовского района. Руководитель оркестра Андрей Балин – потомственный дирижер. В 2012 году он собрал в своем коллективе лучших музыкантов. Со временем состав немного изменился. Сейчас в нем играют как известные, так и начинающие, но, несомненно, талантливые артисты. Зрители приветствовали старейших участников коллектива. В этом году свой 70-летний юбилей отметил заслуженный артист России – трубач Виктор Гусейнов. Бурными овациями зал встречал мультиинструменталиста Александра Поздеева. Ему исполнилось 55. За время существования оркестра вместе с музыкантами выступали Чарли Армстронг, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Лариса Долина, Анастасия Макеева и многие другие известные исполнители. Я надеюсь, что каждый год для такого коллектива это будет юбилей, потому что нам нужно держать марку. Вот сегодня мы выступаем в преддверии Нового года, и хочется пожелать нам и всем тем, кто пришли на концерт, успехов, везения, чтобы Новый год приносил радость, вот, а нам творческих успехов и как можно больше быть востребованными не только в Одинцово, но и во всей Московской области. С легендарным Максимом Дунаевским коллектив связывает многолетняя крепкая дружба, совместные творческие проекты и даже мюзикл. Он был написан композитором специально для оркестра Андрея Балина. День рождения оркестра, с которым меня уже связывает, это пятилетняя судьба. И у нас уже сделаны проекты, что-то вы даже сегодня уже слышали, и будут еще сделаны многие проекты. И я хочу от всей души поздравить эстрадно-симфонический оркестр Одинцова и его руководителя Андрея Балина, вот этих замечательных ребят в России, да? С прекрасным днем рождения! Порадуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому веку. На протяжении всего вечера в адрес оркестра звучали теплые пожелания и трогательные слова. Поздравить музыкантов приехал актер театра и кино Дмитрий Певцов. Результатом их совместного творческого сотрудничества стала виниловая пластинка, посвященная 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Я пришел с пластинкой. Это как раз результат нашего совместного труда, поскольку уходящий год – это год 80-летия Владимира Высоцкого. Вместе с Одинцовским эстрадно-симфоническим оркестром. С эстрадно-симфоническим оркестром мы записали этот кис, который называется «Баллада о Высоцком». Я благодарен Андрею за то, что так творчески коллектив подошел к нашему предложению. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».